Невероятной красоты закат 11 апреля. Абрикоса уже отцвела, доцвела. Смотрите, как красиво. Солнце спряталось за шторой облаков. Рекс, ты увидел или ты занят поеданием своих благородных травушек-муравушек? Конечно, очень красиво. Наконец-то жара спала. И хоть ветерочком можно прогуляться, подышать свежим воздухом. Да, Рексик? Правильно я говорю? Ну что, надо кота найти? Он уже пришел, ему даже уже кушать дали, но мы это не успели запечатлеть. Пойдем, Рекс. Нам нужно запечатлеть благодарную мордюську черныша. Ну хватит уже. Травоядный. Друзья, смотрите, как красиво. Очень, очень нежно все это выглядит. Конечно, камера не передаст этой красоты. Так, давай, пойдем. Вегетарианец это наш. Да, вышел на улицу, чтобы поесть травы. Нацепил на себя уже какую-то погремушку. С погремушкой веселее, да, Рексик? Так, ну пойдем. Поищем черныша. Мне кажется, что он уже ушел. Он уже поел и пошел снова в свое место, где он прячется. Ну что, поворачиваем? Рексик, идем. Котейку найдем. Где-то там был. О, что там цветет что-то? Или это листики завернулись? А ну сейчас подойдем поближе. А, это уже черемуха. Ксюха, это черемуха. Да, я засниму. Друзья, черемуха цветет. Если представляете себе запах, аромат данного цветочка, поставим себе, скажем, будем нюхать. А ты как к черемухе относишься? Рыжемордый. Ну что, солнце, до новых встреч. Мы пока идем туда. Зацвела наша черемуха. Ну что ж, идем еще немножечко пройдемся. Может, котейку встретим. Пошли по вот этой дорожке. Мы сегодня не ходили. Кстати, если мы дойдем туда, оттуда будет прекрасный вид заходящего солнца. Если мы, конечно, успеем. Для этого нам нужно, конечно, быстрее передвигаться. Так, сейчас еще разочек полюбуемся нашей прекрасной. Смотрите. Нашей прекрасной черешней. Вот она такая вот буйно цветущая. Рекс, ты обмотал меня опять. Так, ну разматываться надо. Сейчас. Тоже у меня как бы еще один круг надо. Ладно, мне же голова закружилась. Как пахнет прекрасно. Вот это все цветущее. Цветущее, прекрасное. Черешневое. Даже не знаю, как сказать. Обитель. Так, сейчас. Куда-то Рекс ведет. Надо идти. Надо идти. Очень приятный вечер. Очень. Так, ну Рекс деловой, конечно. Как всегда, у него какие-то дела. Останавливаться он не собирается. Будет идти вдаль. Дойдем до абрикоса, да, Рексик? Ну давай. Раз ты проявляешь инициативу. Так, это что за деревце у нас? А, орех, что ли? Это вроде как орех. Проснулся. Листики уже. Так.
абрикоса уже осыпалась. Все уже, Рекс, нет цветочков. Мы пока с тобой шли сюда, вон уже большая часть осыпалась. Ну, как бы пора. Вот она. Ну, мы уже успели полюбоваться. Вот она. Не, еще как бы много есть цветочков. Они просто закрываются. Потому что вечер. Вечер. Да, вот такой вот вечер прекрасный. Вон там солнце заходит на закат. Небо чудесное. Ну что, идем обратно. Миссию мы свою выполнили. Дошли до края земли. Теперь можем с чистой совестью возвращаться обратно. Так, все, солнце уже совсем спряталось. Рекс, что застрял? А ну стой, хочу тебя поснимать на фоне заката. Где ты? Стой. Так, ну не умеешь ты стоять, да? Ну постой, мне нужна твоя мордюська. Ты у нас не фотомодель, короче, все понятно. Не умеешь позировать. Угу, вот еще и черемуха тут. Рекса не интересует, конечно, ладно. Все, друзья, такой у нас сегодняшний вечерочек получился. И мы прощаемся, до новых встреч. Всем пока.